Формирование вооруженных сил Армении, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались. Министерство обороны Азербайджанской республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника. Реализация этих процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.